Сережа Романов домашний, Сережа Романов студийный. Нет, не меняется. Я один и тот же, я везде. Я везде я. Поэтому, как бы, собственно, семьи от меня и уходят. Фотограф, он всегда фотограф. Фотограф — это состояние души, в первую очередь. А уже во вторую, как бы, внешние атрибуты. Вот. А я, собственно, ретушировал эти картинки. Получая оригиналы, естественно, смотрел на них и говорил, да я лучше сниму сейчас, снимем камеру, как сниму нахрен лучше, и все. Ну, брал камеру, снимал, естественно, ничего не получалось, но снимал лучше, больше. Потом в ретушь все это доводил до какого-то состояния. Потом кому-то вроде понравилось, видимо, эти картинки, и стали их брать журналы, еще кто-то, да. Соответственно, чем больше снимал, тем больше учился снимать, и тем меньше нравилось ретушить. Да, сейчас вот вы видите конечная стадия, то есть, когда я фотограф, я хочу чик-чик, все. Ретушь — это не наше кредо. Да нет, наверное, кумиров уже нет к текущему моменту, да, скорее есть ряд работ у одного автора, ряд работ у другого автора, которые интересно рассматривать. Да, и опять же, с взрослением эти авторы меняются, да, и в интернете просто попадаются красивые картинки. Ну, то есть, какого-то устойчивого прямо кумира фотографии нет. Очень, весьма. Я вам до этого книжку подарил. Я стал известен посредством цифровой фотографии, глянцевой, журнальной. Вот, но она не очень правдивая, да, и в ней как-то преобладает все-таки цифровая сущность. Да. Через какое-то количество времени любой человек, занимаясь одним и тем же делом, да, то есть становится профессиональнее, ему все меньше и меньше это интересно, правильно? И потом он, там, вот, как в случае фотографии, он приходит, да, уже к пленке, там, к Ambrotype, еще к чему-то. Если человек никогда не снимал на пленку, объяснить ему, что такое Ambrotype, будет очень сложно. Это как, господи, не знаю, это очень неудобно, это очень долго, это очень противно, очень много карточек не получается, химия не всегда согласовывается, да, иногда может пойти что-то не то, вот вы сегодня видели, да, шагрень выступила на карточке непонятно чего. И это всегда немного непонятный результат. Вообще, начинающие фотографы, я скажу вам так, бросайте нахер эту фотографию. Идите в бизнес, дети мои. Все. Нихер вам делать не в Ambrotype, ни в пленке, ни в цифре. Вот. Мы сегодня с Лешей рассуждали по этому поводу, да. В связи с тем, что с появившимся огромным количеством цифровой техники, фотография перестала иметь какую-либо ценность. Она стоит везде, как дерьмо. Да, и 99% фотографий, что нас окружает, является истинным дерьмом. Что можно сказать плодителю дерьма с высоты какого-то количества проведенных лет фотографий? Честно, если тоже количество энергии, времени и средств затратить на любой бизнес, это гораздо более эффективное и правильное решение будет. Да, то есть можно стать преуспевающим бизнесменом, еще кем-то, да, не сидеть, как мы, в маленькой мастерской, и не снимать, да, картинки, которые нравятся очень ограниченному количеству людей. То есть сейчас есть новые технологии, хорошие, качественные, которые позволяют делать снимки красивыми, резкими, попадающими в экспозицию, но следует, опять же, помнить, да, что это фотоаппараты сейчас так снимают, да? То есть, если ты фотограф, да, то ты снимаешь так, как ты хочешь снимать, правильно? Вот, ну, то есть, современное качество фототехники и данный вид фотографии, ну, не знаю, они у меня не перехлёстываются друг с другом. То есть является ли это отступлением назад? Нет. Мы же снимаем вполне современную девочку, да, в абсолютно современной одежде, в декорациях, которые сделали вот недавно. То есть это современно. А снять это на цифру быстро и даже отчасти красиво, почему нет? Да, но снять это на Ambrotype — это значит оставить в истории.
То есть ты заметил, у нас выдержки здесь по 8 секунд, да, по 7, по 8 секунд. А девочке приходится держаться неподвижно. Там в последнем кадрике у нас чуть голова шевельнулась, поэтому кадр пошел мимо, да. А в современной фотографии с импульсным светом там снимают, там, я не знаю, по 10, по 15 кадров в секунду, да. Естественно, там нет никаких смазов, нет ничего. Но эта фотография, это два разных вида фотографий, да. То есть работа с моделью, она изменилась кардинальным образом, да, то есть если у нас модель скорее это то, что на нее одето, то, как она покрашена, то, как она сидит, что она делает в кадре, да, то есть это какая-то объектная вещь, то в современной фотографии эти малолетние мародеры ищут каких-то странных эмоций, да, вот этих вот потрепанных куриц, да, вот таких, синих, да. То есть это же тоже попытка что-то выразить, да, попытка выразить там каким-то языком. Да, этот язык никчемен, да, он неинтересен, он скучен, как бы. Может быть, в силу того, что мы там пережили уже этот возраст, да, и этих куриц там, я, например, видел там, и как-то, стоит курица, красоты нет, счастья нет, эротизма ноль, да, девочка-мальчик, мальчик-девочки. Что они хотят этим сказать, я не очень понимаю. Гипотетически, конечно, все возможно, да, то есть можно имитировать, скажем так, имитировать картинку. Но в любом случае, любой маломальски внятный человек, там, находящийся в фотографических процессах, там, и занимающийся ими, все равно сразу скажет, там, что это снято, на пленку, на цифру, да, то есть что это карданная камера была, или это просто обычная, там, липушка, да, что это было, серебро, или это обычная, там, цифра, переведенная в ЧБ. Все, они же очень отличаются, да. То есть человеку с некультурным глазом, с невоспитанным, да, с точки зрения фотографии, все будет казаться абсолютно одинаковым. Вот. А чуть-чуть больше, когда посмотришь картинок, все сразу стоит на свои места. Ну, камера у нас, это, наверное, не камера, проще лучше, наверное, сказать, объектив какой, да. Камера, неважно, какой ты снимаешь. Сейчас мы снимали объективом «Дальмейр». Какой 800 год? 870? Ну, какой-то 1800. Да, в общем, 1800. Да, 60-е, 70-е годы. Собственно, ISO у Ambrotype 0,7. Мы используем жесткий направленный свет. Собственно, компания dedolight. Деда. Мы тебя любим. Это вырезать. Рома Хоффман. У нас тысячный прибор, соответственно, прибор 400-й, и много 200-х приборов. Да, общее количество света нам дает, в общем-то, возможность снимать нормально на вот, выдержках 6-8 секунд. При диафрагме 5,6. Да, холодного света, да, естественно. Холодного света. Не тепло. Чем мне нравится компания dedolight, тем, что прежде чем купить оборудование, у меня есть возможность его попробовать, да, взять его в DedoTech Rus, поставить, посветить, поработать с ним неделю на нескольких съемках, высказать свои замечания, которые, в принципе, в процессе последующего изготовления учитываются, да, ну или, по крайней мере, только для меня, или, по крайней мере, создается ощущение, что в современном мире компании начали уже прислушиваться к мнению фотографов, да, или к мнению людей, которые используют их оборудование. То есть раньше, да и сейчас многие компании просто забивают на это, да, и, ну, не обращают внимания. Вот. С деда все немножко по-другому. Тут все-таки ребята молодцы, как бы идут навстречу пожеланиям фотографов. Ух, это хороший вопрос. Вдохновение. Вдохновение — это мысли, эмоции, чувства, которые ты пережил, правильно? Которыми ты хочешь поделиться с окружающими. А если у тебя внутри пустота, как бы что ж ты можешь сказать людям? Да? То есть вот там были новогодние праздники, там раз, еще какой-то цикл ощущений пришел, да. После них я приехал в Москву, углубился там в работу, да, еще какой-то цикл ощущений, на базе которых сформировалась там какая-то картинка, да, очередная. Собственно, вот ее мы сейчас и снимаем. То есть мы сегодня снимаем
как это называется, герб Ивановской области. Вот. Потому как я в Ивановской области, собственно, все новогодние каникулы был, да, для меня это сейчас очень актуально. То есть я хочу показать всю красоту и прелесть этой области, вот, нашей красавицы. Нет возможности, это нет. В любом случае, этой возможности нет. Этим будут заниматься только люди увлеченные, да, люди, которым интересны именно эти процессы. Потому что, допустим, пленочные процессы и амбротип — это абсолютно разные вещи. Да? А есть еще прямо съемка на бумагу, есть целая куча, масса всяких интересных процессов. Да. Люди как бы выбирают тот процесс, который наиболее близок им, и занимаются им. Да? То есть человеку наиболее близко цифровая тема, он будет снимать цифру. Человек, которому наиболее близко амбротип, будет снимать амбротип. Еще какие-то вещи. Да? Не стоит забывать, что коммерция и коммерческие съемки всегда, в любом случае всегда будут делаться на цифровые камеры. Нос чешется. Вру, да? Вот. Но я бы очень хотел верить, что на самом деле, что когда-нибудь там придет ко мне какой-нибудь заказчик и скажет, давайте снимем календарь на амбротип. Я скажу, давайте. Да? Ну хер придет же. Нет. Он скажет, давайте на цифру голых женщин, чтобы они румяные были. Да. Вот. И развитие фотографии, с моей точки зрения, все равно будет идти в сторону цифровых технологий. В любом случае, то, чем мы занимаемся, это old school, да, и он в любом случае будет потихонечку умирать. Вот. И, наверное, когда-нибудь вымрет окончательно. Хотя, с другой стороны, художники же не умерли, да. То есть и маслом пишут до сих пор, да. Ну, то есть, вот, может быть, останется где-то на этом же уровне, да. То есть не когда у каждого телефон, а когда, там, я не знаю, 100 человек на этой планете Земля будут там заниматься макрокаллодионными процессами, коллодийными, да. И мы будем одни из этих 100, и наши картинки будут цениться за миллионы долларов. Мы, наконец, можем покупать себе dedolight. Да, конечно, вы же сегодня были свидетелями. Леша вот, принес Альпу, совершенно прекрасную камеру, с совершенно обалденными объективами, да, с задником, с фразадником 80 миллионов пикселей, да. Естественно, как же, обязательно мы ее смотрим. Вот. А сами, да, ну, наверное, когда-нибудь мы сможем себе это позволить. Здесь абсолютно, группы, полностью, может быть, полностью, да, полностью противоречит. То есть, занимаясь ретушью, я как раз убирал все дефекты, все шумы, пыль, грязь фотографий, различного рода, как это сказать, как когда пальцем то возишь, как это называется? Леха, скажи мне, ты знаешь это слово. Ну, артефакты. Да. Вот. То, что сейчас с радостью сохраняется и остается в фотографии. Вот, потому что каждый артефакт фотографии делает ее уникальной. Да, делает ее именно той фотографией, которую ты снял в этот вечер и вот в таком состоянии, в определенном. А ретушь, она обезличивает все это.